Ну не засранец, а? Если уж ты тыришь, то прикинь сначала, успеешь ли слинять. Ну я бы... Одни трупы! Всех перебили нахрен! Чего вопишь-то? Отдышись! Кого убили? Весь отряд. 76 парней. Какой-то гребаный турист. Всех до единого. Черт. Боссу доложил? Да. Он сказал оставаться на местах, следить за воротами. Все слышали приказ. Прочешите район, никого не пропускать. Что-то он напутал. Ты пошутил? Как могли турецки перебить целый отряд? А если это правда? А вдруг военные? Не говори ерунды. Военным на нас наплевать. Скорее всего, какому-то турью просто повезло. Они от нас не уйдут. Мы их найдем. Хорошо бы. Черт! Убитый! Рассредоточьтесь! Молодчина. О, черт! Только не убивай меня, прошу тебя!
Эй! Эй, брат, слушай, давай без глупостей! Не убивай меня! Прошу, мать! Вижу! Берегись! На все ответишь! А, черт! Пригнись, пригнись! Стоп! Сколько же это? Пятый на этой неделе, но я не жалуюсь. Может и нет. Ну, все? Надо проверить еще один этаж. Что проверить? За неделю ни одного щелкуна. Потому что мы работаем тщательно. Давай уже закругляться, ладно? Ладно, пошли. Тихо, тихо, братан! Успокойся! Эй, как насчет перекусить? Нет. Тихо. Давай! Что нашли? Ничего. Похоже, и впрямь кто-то был, но давно смылся. А где остальные? Решили еще раз все осмотреть. Вдруг чего упустили. Ладно, подежурь тут, я тоже пойду осмотрюсь.
давайте разберемся с ними по-тихому. Эй, я пойду за тобой. Ладно. Эй, ты как там? Пытаюсь согреться. Как у вас дела? Пристрелили нескольких зараженных. А туристы... Красота. Есть. Все, пошли. Эй, слышь, Щелкун! Слышу, только не вижу! Держи его, вон он там! Джоэл, фонарь видишь? Там человек. Вижу. Есть! У нас все готовенького! Видала? Не дурно. Нашли. Разделитесь, могут здесь пройти. О боже. Нет!